Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Буду вышивать большую вышивку. Для этого обрабатываю край канвы. Покажу, как обрабатываю. Вышивка большая, вышивать буду долго. Края, чтобы не втрепались, чтобы у них нитки не повылазили во время вышивки, я обрабатываю сразу. Буду вышивать на канве 50 на 50 сантиметров. Сначала обшила полностью края, через край. Края неровные. Отрезать их ровно я не стала. Стежки делала на одном уровне. Но так как край неровный, где-то они выглядят выше, то есть больше, где-то ниже, то есть меньше. Но я вышивала их по одной линии. Этого неровного края в итоге видно не будет. Как обшивать край? Я делала отдельное видео, видеоурок. Вырезку из него, чтобы вы его не искали, я вставила, вы сейчас ее видите. Показывать, как я обшиваю белыми нитками на белой канве, на мой взгляд, там ничего не видно. Я буду загинать край и прошивать швом вперед иголку. Можно обшить на машинке, это будет быстрее, но на такой канве оно не будет аккуратно. По крайней мере, в моем случае я тут прошиваю руками и прокалываю, прикладывая дырочка к дырочке. То есть ровно загинаю край. Канва не жесткая, поэтому от идеи прострочить на машинке я отказалась. На такой канве аккуратнее прошить руками. Показываю вырезку из урока. Шов вперед иголку. В уроке я прошивала, показывала через две клетки. При обработке данной канвы я прошивала через одну клетку. В итоге, конечно, руками получилось дольше. Но в данном случае, повторюсь, мне кажется, результат получился лучше, чем на машинке. Потратила я много времени. Полностью обшить край двумя швами 50 на 50 сантиметров. Я обшивала 4 края, естественно. У меня ушло 2 или 2,5 часа примерно. Вот то, что у меня получилось. Дальше буду вышивать. Это все небольшое видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.